Жители села Новоявленка в пригороде Усть-Каменогорска беспокоятся, что им не восстановят ущерб после вчерашнего торнадо. Напомню, в регионе накануне вечером поднялся ветер, закрутилась воронка и сорвала по пути кровли с 8 домов и строений. Унесла их на несколько метров в сторону. Повалены заборы, сорваны линии электропередачи. Но энергетики уже восстановили питание. А вот все остальные расходы пока легли на плечи жителей. К примеру, семья Оразхановых осталась без крыши. Если пойдет дождь, то вода зальет комнаты, переживают люди. И своими усилиями стараются устранить погром, учиненный штормом. Между тем, службы ЧС предупреждают, что ущерб государства может восстановить только в случае, если ситуацию признают чрезвычайной. Мы вот закупили материал для кровли. Ушло 500 тысяч тенге. Профлис такой дорогой. А еще нужны гвозди, шурупы. Хотелось бы получить помощь. Тем более торнадо раньше никогда у нас не было. Крышу вон унесло на десяток метров на соседнюю улицу. Мне вот 60 лет. Сколько живу, никогда торнадо раньше не видел. Всего за какие-то 3-4 минуты разгромил все вокруг. А крыши слетали, как тетрадные листки.